10 хотел бы поиграть. Не хочу загадывать. Ну а бизнесе мысли возникают. На самом деле очень много мыслей, но опять же сейчас уже более обдуманные решения. И когда ты играешь, занимаешься своим любимым делом, отдавать деньги свои кому-то там, потому что не хватает просто времени. И мне кажется, если у тебя какая-то цель, ты должен этим заниматься. Если ты занимаешься хоккеем, ты должен заниматься хоккеем. Если ты закончил, там, начал заниматься бизнесом, ты должен контролировать именно сам. И кому-то доверять, было много случаев, когда друзья там становились врагами. Я пока этого не хочу. Александр, что вы скажете?